Для меня русский и английский у меня нехорошие. Никакая разница, когда я говорю не русский, имеет. Когда хорошо. Я говорю английский, ты сейчас ты увидишь себя на одном экране. Экране. Да, сейчас я попробую. Не так хорошо выгляжу. Окей, Яя, ты хорошая женщина. Я очень благодарна тебе, что ты приняла наше, я не знаю, это русская дума, invitation. Приглашение. Приглашение, спасибо, спасибо. И ты, и твои дети сделали очень хорошие activities, деятельности. Не знаю, как это русское слово для нашего проекта. Я делаю это сейчас видео маленькое, не закончила это. Мы пели одну песенку, и это видео скоро я положу на проект, под эту видео тоже положу. И сделаю книгу. Когда у вас каникулы? У нас каникулы начинаются 13 декабря. Ага. Немного времени? 13. Один месяц. И потом вы начинаете в школе? Каникулы две недели. Две недели. И когда у вас снова начинается школа? 15 января. Это очень долгая каникуль. Две недели, не так долго. Как две недели? От 13 декабря до 13 января это один месяц. 30 декабря. Я не услышала хорошо. Моя ошибка. Но это моя ошибка. Одну минуточку, я хочу, чтобы снова появиться. Снова появится две окна, но не знаю, как сделать это. Если ОВО закроется, я снова... Не закроется. Если... Света, там внизу есть кнопка красная. Да, это и запишет. Да, но я хочу... увидела, где это. Появился дверь. Я не знаю... Я работала... Английский, русский. Я работала с ОВО 2 года назад. И я забыла... Как можно появиться один человек на одном огромном экране и потом как возвращается две окна. Да, ты понимаешь меня? Понятно, да. Все понятно. Это очень хорошо, чтобы мы можем поговорить и увидеться, и договорить некоторые вещи, которые мы будем сделать в будущем. Скажи мне, когда тебе похожее, может быть, это такая дума, похожее время для встречи с твоим детям, ученикам? Я сейчас вам уже написала письмо. Для меня, если бы я знала, что завтра вы это сделаете, я бы сегодня... сказала детям, и я тоже с вами присоединилась, но нет проблем. 2 декабря я буду готова для нашей видеоконференции. Хорошо. Я тоже не знала, что у нас будет видеоконференция завтра. Ага. Но Антонелла из Италии sent me... Прислала. Прислала.
прислала мне письмо, в которое написала: я не могу в понедельнике, потому что у нас очень огромный праздник. Праздник это такая, да, думаю, да. Существует праздник. И да, вчера вечером я написала: ты, когда ты хочешь встретимся, потому что ты в понедельник, у тебя понедельник невозможный день. И сегодня я получила, я прочитала ее писем сегодня afternoon. Ты понимаешь, сегодня... Да. Вечером. После обеда я получила письмо, что, что она и ей подруги... ее подруга. Николета, ее подруга. Можно завтра увидимся, возможно, увидимся завтра. И в это время позвонил мне по Бруно. Один из позвонил мне. Он спросил мне: у нас встреча утра. Я ответила ему, это правильно? Да, ему. Я ответила ему: если ты хочешь, присоединяйся к нам. И он был с учениками. Я сказала бонжур французским языком, потому что они говорят французский язык. И так мы договорились, это было 3 часа после обеда. После обеда. И я быстрее написала вам письма, может быть, чтобы сказала вам: у нас встреча завтра. Кто хочет, может присоединиться к нам. Ты поняла? Да, и я сейчас это почитала. Я сейчас пришла домой и взяла компьютер в руки. Меня не было дома целый день. Но нет проблем. 2 декабря я буду готова к видеоконференции. Давай договоримся о времени. Я написала тебе, что у... Мое время 13 часов, да? Да. Это похоже на тебе? Да, это мне подходит. О, спасибо. Thank you very much. У меня такая просьба. Как называется? Hello? На твоем языке. Камарджоба. Камарджоба, да. Повтори, пожалуйста. Я напишу. Камарджоба. Камарджоба. Сейчас я буду написать. Одну минуточку. Okay. Камарджоба. Окей, everything. Я хочу, чтобы мои дети сказали камарджоба твоим детям. Поняла? А как? Я поняла. А как мы должны с вами, так сказать, приветствоваться? Hello. На болгарском языке это здравейте. Здравейте. Пожалуйста. Подпишите меня в чат это слово. Одну минуточку. Я хочу, где этот чат находится? Этот чат внизу.